кальдеру вулкана Горелого, место называется кальдера, она идет вокруг всего вулкана. Образована она проседанием самого вулкана, опустевшие вулканические недра. То есть он много-много раз извергался, у него недра истощились, и конус вулкана, набрав определенную массу, он просел. Вот это проседание было на 700 метров. И вулкан, соответственно, был на 700 метров выше. Сейчас он 1700, а был 2400. Это происходило за несколько минут. Катастрофа была. Да. Считанные минуты. Порода нагревается, и ночью можно видеть свечение. Не только ночью, днем не видно. Долина лучше видна. Добрались кое-как и зачем-то. Ну здорово. Преодолели себя. Мы молодцы.